13-14 лет. С гандикапом в одну минуту будет дан старт этим трем группы. Длина круга 3,5 километра. Всем хватит. Илья Кимович. Очень сильно велосипедного спорта на шоссе, трека. Но вот они все-таки решили нас проверить и байк. Они впервые сегодня участвуют в гонке кросс-кантри. Олимпийская дисциплина. И мне хочется пожелать им успехов, удачи, и чтобы они присоединились к нашей семье байковской. Уважаемые гонщики, хочу напомнить правила соревнований. От трассы не отлучаться. Ни в коем случае. Прокол, поломки, бегаем по кругу, и только тут имеем право менять колесо, устранить дефекты, но лучше, чтобы у вас не было никакой дефекта. Питание тоже в этом участке дороги. Я вас очень прошу, уважайте друг друга, не мешайте. И хочется пожелать вам... Это, кстати, участники первого заезда, первая группа, юноши 15-16 лет. Будьте внимательны, будьте внимательны. А на старте младшая возрастная группа, 13-14 лет, юноша. На старте младшей возрастной группе юноши и девушки на старте 15-16 лет.
Итак, поехали, участники первого заезда. Готовятся юниоры. Черновцы, 104-й Максим Петин, Винница. Ну да, да. Thank you.
Мужчина! Мужчина! Давай, давай! Давай, давай! 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 Дав